Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и буквально пару минут назад стартовал новый ивент «Время фейерверка». Именно фейерверки будем собирать. Для того, чтобы закрыть полностью всю цепочку ивента, необходимо собрать 60 фейерверков. И это будет крайне просто, потому что время отведенное 10 дней, а за каждую первую победу в сутки вы будете получать целых 6 таких фейерверков. Таким образом, за 10 дней, если вы будете хотя бы одну победу делать в день, вы все равно заберете хотя бы один раз ключ и хотя бы один раз откроете данный контейнер. Если вы откроете данный контейнер 10 раз, то, ребят, вы с этого контейнера получите большой контейнер. Но что находится в нем, непонятно абсолютно, потому что нет возможности посмотреть, к чему приводят данные талисманы по факту. К этому вопросу вернемся буквально через пару секунд. Из того, что здесь есть, здесь нет никаких премиумных либо коллекционных транспортных средств. Здесь есть одно транспортное средство, это милый Hot Road, который прям просится в мой ангар, я безумно его хочу, но процент выпадения 0.19. Есть у нас фон профиля, есть обвесы, есть у нас внешний вид для машин и есть бустеры. Кроме того, есть аватары, но особо годных аватаров я здесь для себя не нахожу, ну разве что вот этот милый танчик, который напоминает, с чего все начиналось, а именно с Battle City на обычных игровых приставках Dendy. Что касается, ребят, процентов выпадения, то здесь, ребят, по процентам выпадения зря вышел. Как я уже сказал, не все очень круто. Все, что действительно годное, интересное, классное, имеет мизерный процент по выпадению. Ну, а всякого рода шелуха, типа серебряных бустеров, как вы видите, самый высокий процент по выпадению имеет. Ничего удивительного, поскольку ивентик простенький. Ну, соответственно, ребята-разработчики дают возможность не всем забрать все самое вкусное отсюда. Что касается большого контейнера, описание про него есть только здесь, в описании к самому ивенту. Здесь написано, что открывая контейнеры, вы будете забирать себе талисманы. А собрав 10 талисманов, то есть, соответственно, открыв 10 таких контейнеров, вы получаете доступ к большому праздничному контейнеру. И все, что о нем написано, это то, что он содержит самые яркие, самые редкие боевые раскраски. Все, ребят. Больше информации я никакой не нашел. Если владеете такой информацией, обязательно пишите в комментах. Что касается того, что вы заберете за саму цепочку. Ну, понятное дело, что самое годное, это вы заберете более 1000 киткоинов, это уже очень круто, и заберете 10 бустеров на голду. Играя на 10 уровне, если у вас 50% побед, 50% поражений, вы соберете 150 золота. Таким образом, можно сказать, что для среднего игрока самое ценное это 150 голды в потенциале и более 1000 киткоинов. Вот так вот, ребят, получается. Искренне желаю всем максимального количества побед, максимального количества открытия контейнеров, ну и безусловно заиметь себе что-то красивенькое. Я вот хочу поставить себе синий Hot Road в ангаре. Уж больно-больно чешется, чтобы можно было видеть его и лицезреть каждый день. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствие. Подписывайтесь на канал, я стараюсь специально для вас. И побежал снимать новое видео. Пока-пока!